Я нашел новое колесо фортуны в Майнкрафте. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим, ребята, с вами вместе на новое колесо фортуны. Смотрите, какие тут интересные персонажи у нас сегодня будут. О, сосед? Здорово, здорово, Зомбак, слушай. Если ты не пройдешь колесо фортуны, которое я тебе подготовил, я тебя закрою в самой страшной тюрьме. Чего? Блин, Шука. Ребята, он убежал в портал. Этот сосед сказал, что я обязательно должен пройти все колесо фортуны. Надеюсь, у нас получится. Поддержите меня лайком. Друзья, ну давайте посмотрим, куда мы сейчас отправимся. Нажмем на кнопочку и узнаем. Здесь у нас много разных персонажей. Я думаю, что о всех мы сейчас узнаем по ходу ролика. Итак, первый у нас цвет оранжевый. Это портальный скибиди туалет. То есть мы идем в оранжевую комнату. Вот она у нас здесь. Давайте посмотрим, кто у нас там. Погнали. Так, и где у нас тут портальный скибиди? Вон он, ребят, летает. Смотрите, там еще и Джимен. Так, сперва вот с этим радужным справимся. Портальный, приветик. Здорово, Зомбак, здорово. Ай, чё дерешься? Тут у тебя лава какая-то повсюду. Что у тебя за испытания тут такие? На, получай. Дай-ка я с твоим Джименом разберусь. Так, аккуратненько проходим. Пинаем этого Джименчика. Так, а как мне дальше пройти и как вернуться портальный? А никак ни тебе не вернуться. Ты должен попасть во все мишени. Может быть, тогда и поможет. Чего? Да ты мне этого... Ты со своими телепортами опять мне мешать собираешься, да? Я тебя знаю. Я ничего не буду тебе мешать. Иди, давай, выполняй задание. Ладно, ладно, попробую, ребят. Но это на самом деле легко, смотрите. Оп. Ты чё собираешь? А я так не выполню. Мне надо зажечь все фонари. Ну и ладно, и чё? Конечно. Я уже 3 попал, а ты взял всё и собрал. Я так никогда не пройду, слышь? Ну это твои проблемы, это не мои проблемы, так что как хочешь, так и проходи. Ах, ребята, ну ладно, еще раз попробуем быстрее так попасть сюда. Да ты, ах ты портальный, я сейчас в тебя попаду, понял? Ну-ка, давай прицелимся. Так, сложно, он летает быстро. Давай, на тебе, ребята, о! Ага, подбил тебя, ха-ха, друзья, теперь нам осталось просто зажечь все эти фонари. Ага, ровненько попасть, и мы сможем отсюда смотаться. О, в смысле? Он горит, ребята, он вылез. Портальный? Я ж тебя поджег. Быстрее, ребята, быстрее, сматываемся отсюда. Где ключ? Где мой ключ? Вот это ищешь. Ой, у тебя мой ключ? Да, у меня твой ключик. Отдай мой ключ, быстро отдай, портальный, он мне нужен. Нет, все это мой ключик. Я, пожалуй, сам пойду, все, пока. Куда пойдешь? Нет, стоп! О, ты дверь открыл. Надо сломать быстрее дверь. Он закрылся внутри! Эй, портальный, пусти меня! Нет, я тебя никуда не пущу, это мой ключик. Ребята, ну мне как же мне пройти-то это колесо фортуны? Да, о, быстрее! Аха! А я здесь! Пока-пока! Ха, друзья, мы смогли вернуться обратно и обманули этого портального скибиди. Вот он, конечно. Так, главное, мы прошли испытание. Нажимаем кнопочку, и нам выпадает зеленый цвет. И это у нас радужные друзья. Мы идем к фиолетовому радужному другу. Привет. Ты что тут забыл? Привет. Я ж... А, ты же портальный, ты умеешь телепортироваться. Уходи отсюда, а! Зомбак, слушай, у меня для тебя задание. Чего? Какое еще задание? Давай, мне надо вон идти дальше. Я вот чувствую, что твои подписчики лайки не поставили, поэтому я и вернулся, чтобы лайки поставили быстро. Ладно, ладно, ладно. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь. Этот портальный скибиди просит. Я не знаю, как его победить, он телепортируется. Верни мое колесо фортуны! Как я буду проходить испытания? А вот никак не будешь проходить, и все, тебя сейчас привет сосед арестует, и все, и ты будешь в тюрьме в самой страшной, потому что лайки твои не ставят, но если лайки поставят, то я... Ой, и сосед пришел, нет, не надо меня арестовывать, да пожалуйста, все, отстаньте от меня. Ну пусть лайки поставят, и я верну колесо фортуны, и ты начнешь дальше его проходить. Ладно, ребят, просто поставьте лайк, давайте, все, поставили, спасибо большое, все, они все сделали, верни колесо фортуны. Ну ладно, ладно, все, я ухожу. Спасибо. Пока. Все, пока-пока.
Ох ты, блин, портальный туалет. Надеюсь, я больше его никогда не увижу. Ох, страшилина. Ну а мы, как и обещал, идем в зеленую комнату к фиолетовому радужному другу. Друзья, вон она в самом конце. Погнали посмотрим. Ребята, напишите в комментариях, какой плохой этот портальный. Он реально выпрашивает лайки тут, а? Давайте посмотрим на фиолетового радужного друга. Ух, ребята, ой, какой-то страшный и ужасный. Приветик. Привет, зомбак, на самом деле я добрый, не бей меня. Слушай, у меня проблемы большие, я не могу добрый? Найти... Добрый, ты вон какой зубастый страшный. А не бойся, это мой песик. Слушай, я просто песики катаюсь, ты что, не видишь, что ли? Ну да, прикольно вы, конечно, друг на друга уселись. Чё, какая у тебя проблема, давай, подскажу. Ты поможешь мне? Ну ладно, давай, поверю тебе, что ты добрый. Мне нужно алмазики найти в этой комнате. Я не могу их найти, потерял. Ты слепой, что ли? Вот же алмаз. Ну это один, а еще тут есть где-то 5 штук. 5 блоков алмазов? Эх, ладно, попробую найти. Кирки у меня, конечно, нет. У тебя есть кирка? У меня есть кирка. Тебе кирка нужна? Да, давай, я добуду тебе все эти алмазики. О, отлично. Ничего себе у тебя какая. Так, сейчас мы добудем. Оп. Так, а чё? Он... А, вот, выпал. Я думал, не упадет мне алмазный блок. 5 штук, говоришь, найти? Ну, попробую найти, попробую раздобыть. А я могу этой киркой прям целую кучу сломать? Ух ты! Конечно. О, отлично, алмазы фармятся, сейчас раздобудем. Так, а где могут быть еще алмазики, интересно? Может быть, где-нибудь здесь? Я нашел еще алмазик, радужный друг. О, отлично, молодец, зомбак, спасибо. Да, я... Ой, я чуть сам себя не замуровал. Я, на самом деле, мне не жалко. Я... Если ты действительно добрый, я всегда готов помочь. Мы всегда всем добрым помогаем, вот с моими подписчиками. О, молодцы, молодцы. Так, о, я нашел последний 5-й алмаз, вроде как. Да, все, у меня 5 алмазов. Я вот, на, держи. Это все твои 5 алмазов, которые ты потерял. На, держи. О, спасибо, давай, давай. Так, сейчас. Такс. Что это ты делаешь? Ты что-то какого-то монстра хочешь тут призвать? Радужный друг, эй! Не-не-не, никакого монстра я не собираюсь призывать, зомбак. Все будет хорошо, не переживай. Интересно, ребят, что за странное создание он хочет создать? Интересно, я такое еще никогда не видел. Ты что там делаешь? Ребята, он какую-то молнию гром призвал. Эй, радужный друг, ты где? Куда он делся? Ребята! Что происходит? Наконец-то ты меня превратил в того, кого я и хотел. Ты кто такой? Камерамен Титан? Что это такое? Ты что думал, все так будет просто? Я сейчас тебя этим молотом раздавлю. Ты меня обманул! Я думал, ты добрый, алмазы потерял. Нет, я хотел, чтобы ты добыл эти алмазы, и наконец-то я из этого вонючего радужного друга превратился в себя, Титан, камерамен. Ах ты обманщик, а ну проваливай отсюда, как мне выбраться, ребята. Так, может мы отсюда раскопаемся, надо убежать, он не сможет выбраться из этой комнаты, он заперт, тут видите потолок, но надо убежать, у меня супер кирка есть, мы сейчас просто вот здесь раскопаемся. Там, конечно, заперт был портал, но мы можем выйти вот отсюда. Нет, я упал в подземную комнату! Это что за комната? Это что? Ты что для меня испытание придумал? Ты думал, все так будет просто? Тут еще и какой-то лавовый лабиринт. Так, вот отсюда можно вылезти наверх. Раскапываемся, ребята. Где это я? Так, ой, нам надо убежать через портал быстрее. Ребята, быстрее. Так, ладно, вернемся обратно, я не знаю. Титан-камерамен меня преследует. Нам нужно было идти в ту сторону, походу. Отстань от меня! Что ж ты со мной делаешь? Так, быстрее выкапываемся. Вот, отлично, я нашел выход, ребята. Так, как здесь подняться? Так, я нашел лестницу. Считается все. Я смогу отсюда выбраться. Да, я выхожу, ребятки. Мы сейчас смотаемся. Так, вот, та самая дверь. Нам просто нужно ее сломать. Все, я сматываюсь. Ух, ребят, мы убежали от него. Это было действительно сложно. Я думал, это Титан-камерамен меня съест. Я еще стащил крутую алмазную кирку себе. Наверное, себе ее оставим, она мне реально понравилась. Ух, ребят, надеюсь, мы его больше не увидим. Идем дальше, друзья. У нас следующая комната, и мы нажимаем на кнопочку, и выпадает голубой цвет. И это у нас Мистер Бист. О, это крутой,
крутой ютубер, самый популярный в мире. Давайте посмотрим сейчас на него. Ой, Титан Камерамен там что-то делает. Надеюсь, его не будет у Мистера Биста. Такс, ну что ж, пойдемте посмотрим. Так, а где здесь Мистер Бист? Ой, Ред, да что вы деретесь? Ах, Картонов Банбан, эти монстры. Ой, Фиолетовый еще сюда пришел. Ты че, со своего оранжевого слез, да? О, Мистер Бист, я тебя нашел, привет. О, Зомбак, спаси меня, пожалуйста, скрафти топор и выбери... Сделай так, чтобы я отсюда выбрался. Я хочу в портал уже убежать, мне на ролик записывать. 7 дней выживаю в гробу. Да, конечно, без проблем, я тебе помогу. Так, топор скрафтить. Сперва надо справиться с монстрами. Но это легко, сейчас разберусь. Эти монстры намного легче, чем те, с кем я уже сразился сегодня. Вот портальный Скибиди был действительно жесткий монстр. Так, разобрались с ними, берем досочку. Слушай, а у тебя камушка нету? Я бы хотел сделать сразу каменный топор. У меня просто два камушка только. Слушай, ну камушек у меня завалялся, вот, ой. Так, отлично, смотри, я уже вот верстак сделал, у меня, ага, сейчас еще досочки добуду, и мы тебя спасем. Просто деревянный топор слабенький, это я тебе буду полночи выкапывать. Так, ну, смотри, да. Мы берем, делаем палочки, крафтим себе, ой, чуть кирку не сделал, топор, крафтим каменный, о, давай, вылезай, Мистер Бист. О, спасибо большое, Зомбак, выручил так выручил. Давай быстрее портал открывай. Да, конечно, давай откроем портал и смотаемся отсюда. Все, ты пойдешь ролики снимать? Да, мне надо ролики снимать, все, Зомбак, пока. Давай, побежали. Так, с ребята, мы вернулись обратно. Итак, идем дальше. У нас следующая комната. Мы посмотрели, получается, Скибиди, Радужного друзей и вот этого Биста. Еще много впереди. Завозите лайки, подписывайтесь. Итак, нажимаем на кнопочку и выпадает желтый цвет и рогатая из цифрового цирка. Ух ты! Что у нас здесь? Давайте посмотрим. Она у нас вон там в конце. Желтая комната. Ребят, кстати, ой. А чё это ты? А, он выбежал из портала, то есть мы тебя не добили, что ли? Ух ты, вонючка Джоэл. Ну все, с ним это расправились. Итак, рогата. О, вон она там что-то прыгает, она нас уже ждет. Погнали, ребят. Так, и где рогата? О, привет, я тебя не заметил сразу. Приветики, Зомбак. Приветики. Чё у тебя тут происходит? Это что за испытание такое? Мне прыгать, что ли, по всему этому? Опасненько. Не. Не-не-не, у нас монстры напали и сломали нашу дорогу. И вот сейчас я буду чинить, а ты ее проходи, хорошо? Ох, ты придумала. Ладно, хорошо, без проблем. Давай, только я аккуратненько буду идти. Внизу все-таки лавы и шипы. Падать не хотелось бы. Давай. Да. О, ух ты, прям да, навесной мост какой-то, смотри. Прям да. Конечно. Заборчик висит. А вдруг он треснет, сломается? Я все-таки много еды покушал. Сломается сейчас подо мной. Ну и все, значит, ну, значит, все. Будешь один тут. Ага, конечно, в лаву упаду. Так, а я, может, я попробую перепрыгнуть? А! Че я упал? Рогата, зачем? Да я не толкала тебя, это ты сам упал. Ну блин, так, как же подняться-то теперь? Слушай, у тебя. Как мне залезть? А, да, залезай. Ну да. Ты умная так-то. У меня тоже, в принципе, вроде блоки оставались. Так, сейчас я возьму блоки, поднимусь. Так. Вот сюда заберемся и куда-нибудь сюда залезем. Так, вот сюда встану пока что. Ага. Мне надо вот сюда перелезть. Все отлично, сейчас мы с тобой, рогат, пройдем. Спасибо большое. Так, ну слушай, я протестировал твою дорогу. Почти безопасно, я всего один раз упал. Ну ты там починишь, я думаю. Я починю, я все сделаю. Спасибо, Зомбак, что этот помог мне дорогу починить. Да, ну надо было, конечно, да, проверить ее на устойчивость, все-таки пройтись, все нормально работает, все, давай, рогата, удачи тебе. Я пойду дальше. Так, с друзьям, а у нас и мы продолжается колесо фортуны. Смотрим следующую комнату. Это фиолетовый цвет. И, о, цифровой цирк у нас продолжается. Ведь сейчас персонаж Джек. Фиолетовая комната сразу слева. Давайте посмотрим на Джека. Такс, ух ты. А, что это такое? Что здесь вообще происходит? Какие-то монстры страшные. О, Джек, привет. О, здорово, Зомбак. Привет, как поживаешь? Да отлично, сам как поживаешь? Нормально, да мне тебе помочь это все сломать? У меня где-то была суперкирка вроде как. Да, надо пройти это испытание, здесь кирки есть, если что, давай пройдем. А, да, ну просто моя суперкирка здесь все твое испытание сломает. Давай, ой, слушай, тут у тебя какие-то пилы катаются, и вон, смотри, это что?
Это бан-бан, как ты думал? Необычный, а супер зеленый какой-то! Кислотный бан-бан! Надо его уничтожить! На, получай! Это он чё, зеленой краской обкрасился или супер кислотный бан-бан? Это кислотный бан-бан, он может кислотой плеваться. Ой, тогда лучше к нему близко не подходить! А, он меня сейчас заразит, я буду тоже зеленым! А, подожди, мне это не грозит, я и так зеленый. Ну да, ты тоже кислотный зомбак. Ой, фу, я не кислотный зомбак, я просто зомби! Так. Нет, ты кислотный зомбак. А что у нас тут? О, здесь уже топор, смотри. Топором мы можем вот здесь прорубиться. Так. Давай аккуратней. Аккуратно проходим. Так, Нести, так, получай. Ой, я куда-то в яму провалился. Нести, отстань от меня. Так, отлично. Да что же он сильный такой? Помоги мне его побить. Ага. Давай, давай, уничтожай его. Давай, бьем, Нести, так. Отлично. Так, здесь я какой-то секретный проход вижу, смотри. А здесь пусто, ничего. Здесь тупик. Может там с той стороны просто еще было, я сейчас туда спущусь. Так, а тут проход был. А, ты раскопался, отлично. О, смотри, нет, алмазная кирка. О, это круто, давай пройдем следующее испытание. Да, давай попробуем. Так, здесь нам как раз, шипы. Нам как раз кирка понадобится. Здесь наковальнями все завалило. Так, только аккуратно, вот пока вот эта пила крутится, да, ты уже успел пробежать. Слушай, мы с тобой довольно легко справились. Это что, наша награда? Ого! Джек, посмотри в сундук. Это наш гонорар. Это мои деньги. Твои деньги? А можно мне тоже чуть-чуть взять? Нет, нельзя, это мои деньги. Ладно, хорошо, все оставляю тебе, на, кирки, топоры, все, бери. А я пойду дальше, удачи тебе. Я погнал в портальчик. Итак, ребят, следующее мы проходим. Колесо фортуны, осталось не так много персонажей, но довольно интересных. Нажимаем кнопочку и выпадает синий цвет. Это у нас говорящая Анжела. Ну что ж, давайте посмотрим. Вон на нас синяя комната, друзья. Блин, колесо фортуны настолько классное и эпичное. Если вам тоже нравится, друзья, ну поддержите меня лайком. Итак, смотрим на Анжелу, погнали. Ого, ребяточки, это опять паркур. О, Анжела! Ее поймали, ребята, держат в какой-то клетке для животных. Надо спасать ее срочно. Так, сейчас перезарядим пушку. Ты че, спикервумен, зачем с Анжелой так делаешь? Вот зачем они добрых персонажей в клетки сажают? Вот что им плохое сделали. Опа, аккуратно скидываем Килли-Вилли. Давайте, сейчас попробуем. Скидываем Килли-Вилли. Эй, Анжела, это ты? Анжела, это ты? Ты что за мной повторяешь? Ты что за мной повторяешь? Ладно, хорошо. Тебе надо там помочь? Тебе надо там помочь? Анжела, ребята, походу, умеет только повторять за мной. Это как Бен, который говорит только Бен, Бен. Ну ладно, как знает. Анжела, я сейчас тебе помогу, хорошо? Анжела, я тебе сейчас помогу, хорошо? Ладно, хорошо, запомним. Давайте мы сейчас вот этот Тэвумен победим. Нам нужно что-то, что поможет ее спасти. Я, блин, отдал все хорошие ресурсы, чтобы ее выкопать. О, там еще какие-то блоки. Сейчас, Анжела, я приду за тобой. Тут я просто какую-то лестницу нашел. Так. Сейчас, Анжела, я за тобой приду. Я просто какую-то лестницу нашел. Хорошо, ладно, так, возьмем кирку алмазную и попробуем к ней спуститься. Главное не упасть. Аккуратно, привет, Анжела. Привет, Анжела. Да, она просто умеет за мной повторять. Ладно, окей. Сломаем сейчас. Ой, Анжела, я тебя куда-то выкинул. Анжела, о, я подкоп тебе могу сделать. Давай, Анжела. Вылезай. Вылезай, Анжел. Вот, ой, лава, аккуратно убегай. Ой. Ты научилась говорить? Да это все из-за этой клетки. Я попугаем стала. Вот чем, а я думал, ты просто так разговариваешь. Да, нет. Это клетка магическая, она превращает в попугая. Ничего себе, прикольно. Ну ладно, пойдем со мной, давай выбираться отсюда. Вот тут не надо внизу находиться, там лава поднимается уже. Ты, наверное, меня дурочкой считаешь, что я за тобой повторяла. Да я думал, ты просто как Бен, который постоянно Бен, Бен, Бен говорит. Нет, это все клетка волшебная, она попугая превращает, и попугай же повторяет. Ну да, не хотелось бы мне там оказаться. Ладно, давай погнали в портал, я пойду сорить дальше колесо фортуны. Так, ну осталось у нас всего две комнаты, это Хаги-Ваги, вот такой вот. И кого мы еще не посорили? Тома, да, два вот этих персонажа. Ну что ж, как вы думаете, кто выпадет, пишите в комментариях. А я нажимаю на кнопочку и выпадает розовый цвет, и это у нас говорящий Том.
А мы идем к нему, розовая комната вот здесь слева. Посмотрим, что ж там интересного Том для нас придумал. О, Том, приветик, кто меня бьет уже? А, туалет! Приветик, зомбак, ой, это скибни туалет, быстрее его уничтожь! Да, конечно, давай! А ты что сам с монстрами-то не дерешься? А я не умею драться, я только паутину умею ломать. Я в этом задании буду тебе помогать ломать паутину, а ты будешь сражаться с монстрами. А, у тебя тут какая-то шахта заброшенная со скибиди монстрами. Да, конечно, без проблем. Давай, давай тогда вместе работать. Ты ломаешь всю паутину, я монстров бью. Хорошо? Давай уже бей монстров. Да, конечно, конечно, давай. Получайте скибиди. У меня перезарядка. Ага, все, теперь твоя работа. Все, ломаю, ломаю. Отлично, прошли дальше. Все, мы с тобой вдвоем быстрее срабатываемся. Смотри, ты, у тебя, так как ты кошка, у тебя очень такие на этот когти, да? Ты прям гораздо быстрее рвешь всю эту паутину. Мяу. Я бы... Да, ты еще мяукаешь прикольно. Я бы долго ломал. Ух ты! Это, смотри, это ТВ-мен страшный. И райский туалетик, надо их уничтожить. На, получай ТВ-менчик! Отлично! Все, Том, мы прошли испытание, круто! Ура, зомбак, все, давай, пока! Да, давай, удачи, все, Том побежал, а я пошел дальше. Итак, ребят, у нас осталась, как я обещал, последняя комната с Хаги-Ваги вот этим маленьким. Красная комната, ну и естественно выпадает она. Идем, отправляемся в красную комнату, посмотрим, что ж там у Хаги-Ваги. Погнали. Такс, где этот Хаги-Ваги? О, у него еще и руки удлиняющиеся. Привет, Хаги-Ваги. Беги, зомбак, я сейчас тебя догоню. Ой-ой-ой, не надо, пожалуйста. А, мама, длинные ноги, уйди отсюда. Ай, шипы, аккуратно проходим. А, ты что толкаешься своими руками? Уйди. Так, ребята, он меня толкает, сзади идет. Надо убегать от него быстрее. Получай, шериф. А, да что ты толкаешься? Я из-за тебя в шипы упал. Это ничего страшного. Получай. Так, там еще и добрая девочка Соник, надо ее спасти. А, я сейчас в шипах застой, в паутине застряну. Надо раскопаться. Так, да, а, хватит меня толкать в паутину, Хаги-Ваги. Отстань от меня. Че, че тебе не нравится? Так, надо его, ребят, уничтожить. Иди сюда, боишься, да? А, ты в лаву упал. Че, спрятался, да, боишься меня? Конечно нет, ты меня никогда не уничтожишь. Ну и сиди там, а я пока спасу девочку Сонику. Такс, приветик. О, привет, зомбак! Спасибо за спасение, только теперь мы оба заперты. Да, я вижу. Эй, ты, Хаги-Ваги, ну-ка быстро выпустил нас. Не-не-не, ты будешь там вечно сидеть. Так, ну давай я тебя, короче, девочку Соник с собой заберу, и мы с тобой быстренько попытаемся смотаться в портал. Пофиг на него, пусть там бегает. Так, аккуратненько вот здесь где-нибудь прокопаемся и смотаемся через этот портальчик. Ах, ребят, он меня тут паутиной закапывает. Быстрее убегаем! Отлично получилось! Мы смотались от этого Хаги-Вагика. Пусть там сидит в своей комнате. Так, Сонику поставим здесь, мы ее спасли. Ну а это колесо Фортуны полностью пройдено. О, Зеро, приветик. О, привет, зомбак, слушай, блин, я не успел, я хотел это колесо Фортуны записать, а ты уже записал, успел. Да, я уже сам его записал. Друзья, я надеюсь, оно вам понравилось, обязательно поддержите лайком и подпиской на канал. Ставьте много-много миллиардов лайков, пишите комментарии, с вами был Зомбак, и всем пока-пока!